Ютуб, привет. Короче, у меня сейчас такая вот ситуация. Я тут решил забахать небольшой такой электросамокат. Вот уже раму сделал. Но теперь, походу, все переделывать. Короче, вот уже рулем занялся. Но, как уже сказал, шварк. Потому что купил я на Авито по дешевке вот такой вот детский велик. Думал, ну отлично. Как раз сейчас от него рулевую возьму, и будет все круто. А вот как раз уже лежит. Тут вот, видите, закрыто такими крышечками металлическими. Вроде все надежно выглядит, да? А не тут-то было. Я крышечку оторвал, и оказалось, что эта хрень сделана из консервных банок. Причем в прямом смысле слова. То есть, вот так вот. Вот так вот у нас металл на этом велике вскрывается обычным консервным ножом. Так что будьте внимательны при покупке детских велосипедов. Потому что вот на этом, мягко говоря, ездить небезопасно. Консервные банки, как известно, мягкие. Не теперь искать другую вилку и все тут нафиг переделывать. А вам быть внимательнее. В избежание получения травм от катания вот на таком вот пластилине. Все. У меня на этом все.